Югорских футболистов вновь вызвали в состав национальной сборной. Сейчас команда Сергея Скоровича находится в Подмосковье, где проходит подготовку к предстоящим матчам со сборной Франции. Напомню, это один из соперников, с которым ведется борьба за попадание на чемпионат Европы 2022. На тренировочный сбор главный тренер национальной команды вызвал 18 футболистов, среди которых трое выступают за «Газпром Югру». Это Андрей Афанасьев, Данил Давыдов и Николай Шистеров. Также присоединились к команде сургутянин Артем Ниязов из московского КПРФ и экс-игрок «Газпром Югры» Иван Чишкало. Ныне он защищает цвета португальской «Бенфики». Матчи с Францией пройдут 5 и 9 марта. Первое противостояние состоится в Париже. Затем соперники переберутся в Подмосковье. На сегодняшний день команды второй группы провели по 2 матча. Сборная России добилась 2 уверенных побед над сборными Грузии и Армении с общей разницей в счете 10-0. Французы с этими же соперниками дважды разошлись миром. Таким образом, россияне уверенно возглавляют свой квартет с 6 очками в активе. Французы идут на втором месте с 2 очками.